как видите, идет очень крупный град. Его размер около... О, я вижу образец, которого размер 1,5 сантиметра. Вот такие вот у нас скучные каникулы. Вон ходит Алексей. Он, наверное, лису там укрывает. Вон варится наш очень вкусный суп с тушенкой. Вон горит наш костер. И вон стоят тапки, которые мы взяли у очень доброго человека, Анатолия. Вот, в общем, супруг что-то мне говорит, но я ничего не слышу. Потому что град и молнии. А, Господи помилуй. Вот так вот.